Итак, всем привет. Для тех, кто в танке, сегодня будет в таком формате разбор карты переправы через Рейн. Короче говоря, поехали. Потому что очень много улиц, и ездить по ним будет в глазах рябить, и ничего не понятно будет. Вид сверху он будет более показывать хоть что-то, хоть наглядно, где-то что-то как-то будет получше видно. Значит, поехали. Мы с тобой будем играть, значит, за синих, да? Рассмотрим вот эти вот первые две линии. Значит, что происходит у нас в этом районе? Значит, вот у нас респ с тобой, вот в этом прямоугольнике. Первое, можно поехать вот по этой дороге сразу. Как вариант, смотри внимательно, да. Ну и также поджимать вот эту стеллу и выходить вот на эту точку, на захват. Отсюда дальше можно выехать по этой лестнице и контролировать полностью выезд по прямой. Второй вариант, отсюда же можно выехать. Смотри, да? Отсюда же можно выехать. Поджать вот этот дом. Да? На карте он. Поджать этот дом. И контролировать полностью вот этот весь проезд. Чтобы противник не выезжал. Да, можно простреливаться. Там небольшой прострел, но тем не менее можно это делать. Вот, в пиксели выцеливать. Дальше сниматься с этой позиции. Также проезжать вот сюда. Опять-таки, можно заехать наверх. Но я не рекомендую наверх заезжать. Можно, в принципе. Но не рекомендую, потому что, опять-таки, машина открытая. Где-то застрянешь, колесо, где-то еще что-то. И будет неприятно. Вот. Третий вариант событий. Мы появляемся здесь. Можешь вот здесь вот выезжать. Но я обычно вот так езжу, чтобы не разворачивать машину. Ну вот, хорошо, когда есть ты первым появишься. И мы сразу с тобой едем вот сюда. Давай поближе приблизим, чтобы тебе понятнее было. Сразу поджимаем вот этот вот пригорок разрушенный. Разрушенное здание. Если первым появился, и машина быстрая, и ты сможешь сюда просто приехать первым, и сразу чекать вот этот вот весь проезд. Сразу. Попасть можно в тайминге, да, хорошо. Потому что здесь, когда появляются, вот их не респ, они появляются здесь, да. Кто-то вот так вот выкатывается. У них тайминги намного быстрее, тут короче расстояние. Вот, если ты где-то тормознулся, там как-то вот объезжаешь, то они уже на прицеле стоят. И могут даже проскочить некоторые танки. Также они выезжают вот отсюда. Сейчас будем все рассматривать с той стороны. Да. И вот начинаешь чекать. Если тут смотришь, что вроде никого нету, попытаешься выехать и посмотреть, что происходит вот тут, да? Ну так, посмотрел, надо выстрелить, допустим. Смотришь, тут куча танков, надо выехать, выстрелить. Ты подставишь себе машину и получишь в борт. Соответственно, для этого есть другие, значит, союзники, саппортеры, которые занимают непосредственно вот здесь позицию. Смотри. То есть они подъезжают вот сюда, контролируют полностью весь выезд, да, перекрывают его. И находясь примерно вот в этом, где-то здесь, в этом районе, начинают тоже не пропускать противника. Потому что я отсюда выехать не могу, а они начинают тут уже поджимать. Соответственно, я просто контролирую эту дорогу. Тут начинается выбивание казны, там еще чего-то. В общем, начинается здесь перестрелки. Вот, хорошо, если кто-то там рванет случайно. И также противник, появляясь здесь, он выезжает, смотри, вот в этом районе. Выезжает вот к этому зданию. Тут три линии, запоминаю. Одна линия, вот эта вот вторая линия, пускай будет разделенная. Вот эта вот третья линия домов. Вот, он выезжает где-то вот в этом районе. Да, не отсюда, а отсюда. И пытается нас тоже выбить. Когда все замечательно,
Ключевая позиция здесь последняя. Это вот этот холм. Его нужно поджать обязательно. Если все хорошо, туда нужно доехать просто. Бросить все, все силы на то, чтобы продавить и занять эту позицию. Да, соответственно, если они будут выезжать, ты их будешь видеть. Вот здесь будешь стоять и убивать их. И также ты будешь контролировать, в общем, слева и справа. Поехали дальше. Рассмотрим с тобой вариант такой, что с точки А, когда мы сюда, допустим, приехали, ну, они там, допустим, месяца, перестрелка у них идет. Мы с тобой поджимаем точку А. Все ли хорошо? Потому что противник, появляясь вот здесь на респауне, да, появляясь вот здесь на респауне, тоже пытается захватить точку А. Он едет прямо по этой дороге, смотри. Сворачивает, да, вот здесь вот он едет, да. Может в обход вот так поехать как-то, да, то есть, чтобы не попадать в эту мясорубку здесь, которая находится. Вот. Мы здесь перестреливаемся. И потом можно сняться вот отсюда. И занять третью, последнюю ключевую точку. То есть она находится вот здесь. То есть прямо так вот едешь. И занять примерно вот этот вот домик. Да, поехали посмотрим. Полетим туда сейчас на летающей камере. Вот, смотри внимательно. Да, то есть доехать вот сюда примерно. Или где-то здесь, или вот, вот лучше здесь стоять, как бы, да, чтобы ты был защищен. Ты будешь слушать, если отсюда противник поедет. Вот так вот. Да, смотри еще раз. Мы будем с тобой смотреть полностью вот этот весь проезд. Да, смотри внимательно. Мы просто перекрываем с тобой вот этот перекресток. Вот этот перекресток мы с тобой перекрываем. На этом геймплей, в принципе, тут должен уже, в принципе, закончиться. Дальше можно, в принципе, там, если тут никого нет, вообще сниматься с позиции. Это одно из решений, да, и один из вариантов этого события. Поехали, значит, на другой респ. Поехали на другой респ и посмотрим с тобой тут эту вариацию. По этой вариации, значит, мы с тобой появляемся, едем сразу на точку Б. Что касается по этой карте, вот смотри, здесь есть обходная дорога. Вот она идет. Вы в этом квадрате. Длина вот эта вот идет, да. Соответственно, у противника тоже эта длина идет. То есть тут не рекомендуется вообще ездить, как бы ты поедешь, ну там и останешься где-то. То есть, ну, некоторые, ну, много людей во фланг ездят, я смотрю. Вот, но тут перестрелка не бессмысленная. Чем выше ранг, тем меньше тут противника появляется. То есть, ну, бессмысленно. Здесь тоже прокатку ребята делают, но тут бессмысленно. Тут идет полностью ПВП. Да, сейчас мы с тобой все это посмотрим. Вот, поэтому я рекомендую сняться отсюда, доехать вот до этой точки. Вот до этой точки. Да, так ты будешь контролировать полностью этот перекресток весь. Пошли смотреть. Вот, приехали мы и поехали дальше. Снимаемся с позиции. Пока будешь ехать, заодно ты будешь контролировать точку А. Да? То есть помогать ребятам. Не могу камеру настроить. Так неудобно, все плавает. Вот смотри. Вот сюда приезжаешь. Можешь контролить полностью точку. Дорога немного извилистая. Дорога извилистая, да, вот она, видишь, как идет. То есть прострелить сразу куда-то здесь, если замес будет, у тебя не получится. Тебе в любом случае нужно приехать к этой позиции, вот к этому перекрестку. Вот. И отсюда ты можешь просто смотреть, есть ли тут что-то, какой-то замес или нету. Вот, и занимать здесь позицию. Так ты будешь смотреть этот перекресток. Вот с левой стороны, вот он перекресток. Потому что ключевая позиция здесь находится именно вот в этой зоне. Эта зона тоже контролируется, может быть, противником, потому что она полностью контролирует этот перекресток, по которому могут ехать, да. Также с этой зоны, она с этого перекрестка контролируется проезд на точку А, если ты захочешь там как-то объехать. Вот. Но мы с тобой сейчас рассматриваем эту позицию. Поэтому отсюда мы снимаемся. Прокатываемся вот здесь. Вот тебе ориентир, это здание. Да, смотри.
Ориентир — это здание, вот эта куча мусора. Ну, ориентир — какое-нибудь ключевое слово, там верблюд, назови его. Два бугра вот этих вот, да, к этому зданию и к этому двум холмам. Да, ты можешь вот так же прокатиться и опять-таки выйти на ключевую нашу позицию, номер три. Вот такой вот есть вариант событий проезда. Опять закрыть им этот рез полностью. Либо вот сюда нырнуть, также вот сюда. Здесь как бы, ну, более ты будешь защищен со всех сторон. И у тебя как раз откроется хорошая позиция, если отсюда противник начнет переть. Вот у тебя тут три дороги, можно сказать. Одна дорога, там вторая, ну, третья дорога. Тут вообще стоишь и полностью контролируешь. Да, ну, потому что, ну, они все равно будут точку захватывать. И как вариант, можно здесь остаться. Вот. Сейчас мы с тобой, ну, в принципе, все. Вот, если нужно будет точку С захватить, ты можешь всегда, допустим, вот с этой позиции сняться. Сняться, поехать на точку С. Да, они в любом случае как-то тут вот так вот едут. По-другому никто не ездит. Ну, бывает вот так вот еще там пытаются заехать. Ну, редко видел, чтобы тут ехали, как бы так точки захватывали. Обычно где-то сворачивают. Вот, как вариант. Дальше поехали. Сейчас мы посмотрим с тобой, как отыгрывать точку С с этой стороны. Сейчас я перемещу улетающую нашу камеру. Вот у нас респ с тобой, да. Так более нагляднее видно, конечно, потому что ездить в самого глаза ребят и не понимаешь эти улицы все, и куда ехать, что делать. Сейчас мы с тобой камеру настроим. Итак, значит, начнем. Внимательно смотрим. Мы появляемся с тобой, да, и поехали. Поехали захватывать точку С. К примеру, захватываем вот точку С. Удачно пострелять, засветить противника, конечно, он уже там, и мы уже здесь, да. Вот. Что дальше делать? Поджимать это здание тоже не рекомендуется, если противник сейчас нырнет вот сюда, вот в эти вот, как говорится, в этот палисадник. Тут есть прострелы вот с этих точек, и ты никого не видишь, и ужасно. Объездная дорога, опять-таки, тоже не рекомендуется, но можно попробовать, да. Вот здесь тоже есть проезд. Вот он, этот проезд, когда, в принципе, можно вот так нырнуть аккуратненько, чтобы перекрыть фланг. Это в том случае, если другое развитие событий, вариации режима этой карты. Бывает тут одна точка вверху, одна внизу или по центру точка. Вот, идет замес. То есть карта одна, ее нужно просто знать. Неважно, где будет разработчик поставить тебе точку. Точку он может поставить в любом месте. Респаун может быть просто поменять местами. Как угодно. Вот здесь респаун будет, допустим. Чтобы ты просто понимал эту карту. Да, знал вот эти вот разъезды. И тогда ты будешь от этого, тебе будет проще понимать. То есть бывает, разработчик меняет как бы респаун очень часто. Там раз какое-то время, там раз год, раз два года. Вот. Но тем не менее, поехали дальше. Отсюда мы снимаемся с тобой. Занимаем вот этот вот угол. Занимаем вот этот угол. Вот здесь смотри, да? Вот он. Отсюда хороший вид открывается у нас. Да? Если противник пытается отсюда выехать и перебазироваться поближе куда-то, мы будем его контролировать. Прямо вот сюда, вот между вот этими двумя зданиями. Контролировать его. Да? Опять-таки мы чекаем правую сторону, да, да, вот этот выезд весь, этот перекресток, вот этот проезд мы с тобой смотрим. Мы с тобой будем защищены, аккуратненько здесь встанем, просматриваем туда, просматриваем на ихний респ и просматриваем вот эту вот зону всю с этими, с мусорными вот этими, вот, с рушенными домами, короче. Назови его верблюдом, чтобы тебе понятнее было. Два холма вот этих вот. Дальше что делать? Дальше можно поехать вот сюда, сняться с позиции, если нужна помощь, допустим, да, ты можешь быстро приехать и занять вот этот холм первый, вот здесь. Вот сюда доехать, вот прям по тропинке. Здесь есть холм, да, вот смотри. И аккуратненько чекать вот этот весь периметр. Если нужно захватить, допустим, точку, ты ее захватываешь. Ты ее захватываешь, да, смотри. И у тебя как раз тут есть трамвай, который перевернутый.
И ты можешь, в принципе, контролировать оттуда, как противник едет. Либо вот здесь можешь стоять возле этого трамвая. Противник может как вот здесь выезжать, как вот здесь выезжать. То есть есть варианты, как бы он тут будет борт подставлять в основном, а тут будет по прямой ехать. Тут маленький бугорок есть, как бы, да, вот через него можно простреливать с самого краешка. Вот. Это вот развитие непосредственно такое вот у нас с точки С. Поехали, значит, на тот респ. Еще есть варианты, еще есть эти все бугорки, где можно куда подъехать, как бы поджать где-то вот здесь, вот райончик можно поджать. Но это уже такое вот развитие событий. Тут очень много на самом деле вариаций. Надо просто брать классику, как бы, и от этого отыгрывать. А там уже твой геймплей будет зависеть только от тебя. Вот. И, ну, как вариант еще, если ты здесь поедешь, да, вот сюда свернешь, или вот так вот прямо поедешь через эти дома, вот здесь вот. Вот видишь, есть вот эти вот ограждения, которые разработчик тебе поставил. Тут немножко незаметно, но если мы приблизим, он незаметно тебе дорожку тут распределил, смотри. То есть ты вот так вот едешь, да, и выезжаешь как раз на эту позицию. Да, вот тебе твой, такой же тебе, в принципе, ориентир он тебе сделал. Вот, и также прямо, 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 и ты выезжаешь вот сюда, вот на этот пятак, и контролируешь полностью вот эти два проезда. Поехали. Значит, отыграем точку А. Так, сейчас я респ найду. Да. Вот мы с тобой тут зареспанились. Не вижу респаун. Запутался. Да, вот он. Вот он рез поближе под... прогрузились у нас текстуры. Значит, вот мы появились с тобой. Первый вариант. Ну, как я его отыгрываю? Я подъезжаю сразу к этому холму. Да, то есть смотри по карте. Вот мы с тобой появились. Я сразу занимаю вот эту вот ключевую точку. Соответственно, противник на этой ключевой точке, а мы здесь на этой ключевой точке. И если ты сюда успеешь приехать, если ты сюда успеешь приехать на этот холм, да, на это разрушенное, вот это вот, на разрушение вот эти вот, да, на этот мусор, вот, то ты будешь контролировать вот здесь вот проезд полностью. Также внимательно можно чекнуть вот эту сторону. Противник как бы тоже пытается прокатиться вдоль этих трех домов. Да, и можно подловить. Очень часто ловишь, очень часто прям бортом подставляются, то есть летят, надо ж точку захватить, летят как сумасшедшие. Игра же про танк у нас, вот. Сарказм, да. И вот они летят и подставляются бортом. Дальше. Здесь начинается просто ПВП. Опять выбивание казны у той и другой команды. Починка, дымы. В общем, наши пытаются просто проскочить, да. Так как мы с тобой это уже рассматривали. Соответственно, мы теперь отсюда, да, смотрим. Вот. Отсюда также можно сниматься, захватывать точку. Давай немножко повыше сделаем, чтобы еще было нагляднее видно эту карту. Вот так сделаем. Вот. Проскочить сюда, захватить точку. Да, не забывать, что может противник где-то выехать справа. Опять-таки, он противник может быть везде, вот в этом районе. Да, то есть надо тоже смотреть. И дальше идти на поджим, если играть эту линию. Тут тоже замес идет, то есть понятно, да? Дальше вот сюда ехать. Внимательно смотреть ключевые ихние позиции, да, это вот этот холм. И трамвай. Если ты проехал сюда, то можно, в принципе, объехать это здание. Здесь идет уже засвет. И, ну, как бы уже там, уже практически, наверное, бой заканчивается, я так понимаю, когда сюда подъезжаешь. Можно сразу, в принципе, проскочить. Вот, но ты там будешь светиться. Вот. Дальше. Второй вариант. Второй вариант это... Ну, я не рекомендую, не знаю, я тут не езжу никогда. То есть танкисты выезжают сразу вот сюда, да? То есть первые вот эти вот, первая линия зданий, вторая линия, там, третья. Как разграничить себе, как тебе удобно будет. То есть они приезжают вот сюда, да? И поджимают вот эти вот здания.
Вот здесь вот здание поджимают. Смотри внимательно, да? Можно поближе сделать. Противник находится в этом районе. Противник находится вот здесь, да? Они здесь защищены полностью. Единственное, что они боятся выезжать, потому что еще вот здесь есть танк, да, и тут танки стоят. То есть им нужно максимально подъехать, вот подпереть это здание, вот, и продавить. Так как я не могу отсюда выехать, да, вот, где мы с тобой стояли. Ну, могу выехать, выстрелить, да, ну, такое вот. Они пытаются все-таки продавить, поджать этот дом аккуратно и выдавить отсюда полностью все танки. Вот, и дальше уже контролировать вот эту полностью линию вот здесь. Да, соответственно, надо смотреть, если там продавили уже, то надо тоже ребятам помогать, надо тоже продавливать. Чем быстрее мы их продавим, да, мы закроем полностью вот эту вот линию. Они будут пытаться выехать уже отсюда, будут вот отсюда, как правило, выезжают они, да, то есть у них ключевая позиция остается вот это угловое здание, то есть они могут там скапливаться, вот здесь могут стоять, вот в этого здания, и уже срез по ней, чтобы они не выезжали и не пытались захватить точку. Для этого и работает, да, эти захваты, чтобы не дать противнику захватить точку. Значит, надо их где-то закрыть. Соответственно, мы перекрываем все проезды. Вот. В принципе, на этом как бы все. Ничего такого особенного тут нету. Играть можно по-разному. Можно даже поехать с этого респауна, да? Вот мы с тобой там заспанились, допустим. Не ехать сюда, а свернуть по этой дороге. Вот смотри, да? Свернуть по этой дороге. Внимательно смотри, да? Вот сюда. Проехать дальше здание. Смотри. И поджать вот этот дом на карте. Да? Поджать этот дом. То есть он у нас получается на карте почему-то что, не отображается у нас. То есть один дом, вот он дом. Тут не видно, что здесь есть куча мусора, а она тут есть. Ты видишь? Разработчик вроде тут написал, а тут видно забыл. Да? И ты когда сюда приезжаешь, у тебя тоже хороший получается вид. Ты здесь паркуешь машину, да, и ты полностью контролируешь вот этот весь проезд. Это важно. Тоже очень хорошая позиция. Я один раз сюда приезжал, наверное, за все время. Вот так обычно я там отыгрываю. А изначально я вообще всегда точку С я захватывал и потом прожимал на Б. Вот, в обход ездил. То есть, позиций очень много, вариантов очень много. Но вот ключевые позиции, я надеюсь, тебе показал. На этом больше, я думаю, не нужно ничего говорить. Вот. Это то, что касается режима захвата с тремя точками. Вот. Если будет у тебя, допустим, одна точка, тут немножко по-другому играется. То есть в каждом квадрате есть какая-то позиция. Вот. Ну вот, лечимся, да, бывает, что на низких рангах там с одной точкой делают захват. Либо в центре, либо вот здесь, я уже не помню. В центре, по-моему, дело. То есть можно также объехать. Ты уже будешь знать эту карту просто по объездной дороге. Да? И вот тут вот есть ключевая позиция где-то. То есть с одной точкой я гайд разбирать не буду. Вот где-то здесь, по-моему, вот да. Вот здесь вот занимаешь позицию. Перекрываешь им рез полностью, весь кислород. Они вот тут вот ездят. Вот здесь вот, видишь? Вот тут выезжают, вот тут прокатка у них по дороге есть. Насовываешь им в борт. Вот и все. То есть твоя задача помочь команде прикрыть тыл. Вот. Ну, так, по крайней мере, я играю. Ты как хочешь можешь играть. Вот, на самом деле. Понятно, да? Повторяться не буду. Да, мы с тобой все посмотрели. Карта сверху. Да? Более-менее понятно, нежели ездить сейчас по этим по всем улицам и не понимать, что происходит, да, то есть центр защищен полностью, да, прожимание точек, ключевая точка первая, чтобы не объехали, желательно, чтобы там кто-то из танков у нас был, да, но не выезжая туда,
Сюда тоже, кстати, можно приехать. Ты будешь светиться, как бы, но тебя будет видно, да. Вот, потому что у них тут рез полностью. Ну, большой у них тут. Самое хорошо тут в засвете. Вот. Вот тебе еще одна ключевая позиция. Вот к этому зданию поджимайся и все. Единственный вариант, чтобы, конечно, кто-то был сзади, потому что противник, понимая, что здесь находятся танки, нас уже поджали, он может появиться просто здесь, и они будут появляться, и на точке захватывать, и они все на выигрыш играют. Вот, поэтому они будут появляться здесь и пытаться также вот сюда проехать по дороге вдоль, да, и выехать где-то вот в этом районе. Вот так вот могут выехать, да, и застать тебя врасплох, что у тебя машина будет, ну, как говорится, неприкрытая, да. Но это уже такой вариант, тут надо как бы, тут, ну, ничего не поделаешь, могут приехать просто. Есть машины, которые без звука работают, либо игровые файлы не так работают, что ты не слышишь там в определенном месте какие-то звуки. То есть часто смотришь, и тут уже машина стоит, а ты не слышал. Такое тоже бывает. У меня тоже такое было много раз. Я думаю, у всех такое бывает. Вот. Поэтому ключевые позиции я тебе показал. Одна позиция, вторая позиция. Вот. И дальше на продавливание противника, перекрывать им вот эту линию полностью. Все, дальше ехать никуда, в принципе, не нужно. Если тут продавили их, ну, как вариант, можешь там дом поджать, ну, не знаю, такой вариант. Ну, как правило, наши пацаны давят, да, давят. Давят, не стесняются, то есть не дают им вообще выезжать. Вот. На любых боевых рейтингах. Карта довольно-таки вроде легкая, а вроде она очень тяжелая, потому что много разъездов. Если ты начнешь вилять по всем этим улицам, то ну, тут вообще просто заблудиться можно. Если танки все переплетутся, непонятно вообще, просто хаос будет. Поэтому нужна какая-то конкретика. Значит, ключевая позиция, если с этой стороны ехать, ты будешь контролировать полностью весь прострел, да, на точку А. Дальше можешь поджимать точку А, тоже помогать пацанам. Если смотришь, у них там проблема, начинай поджимать. Почему нет? Что там стоять на этой? Зачем ехать туда так далеко, если можно тут сразу свернуть, допустим, да? Вот, приехать сюда посмотреть, все ли хорошо некоторое время, да? Потому что тут тоже этот пятак, вот этот вот с этими холмами, тут тоже часто происходят замесы, потому что едут как бы с этого респауна, с того респауна сюда едут. То есть всякое может быть. Тебе можно вообще сняться отсюда, поехать пацанам помогать сюда куда-то, да? Либо контролировать полностью здесь проезд. Или также ехать сюда, вот здесь вот поджать. Ехать, говорю, приехать. Приехать вот сюда поджать эту точку и полностью тут контролировать. Сразу сюда нырнуть. Как я и говорил. Все, на этом, в принципе, гайд закончен. Не знаю, дальше я не вижу смысла что-то тут говорить. Вариантов событий много. Можно вообще в парк заехать, где-то здесь встать. То есть вот в этом, вот здесь вот холм поджать, если не будут тут проезжать по дороге. Но тут бессмысленны эти дороги. Проще, говорю, контролировать где-то каких-то два объекта. Вот. Можно захватить точку и контролировать полностью этот проезд весь. И здесь проезд. Тут как раз тоже трамваи есть. И здесь трамваи есть. Тоже можно встать и контролировать. Да, пока там они месятся. Зачем сниматься с позиции? Ты только уедешь, они все тремя танками могут приехать. То есть такой вариант. Тут уже, как говорится, тебе решать, что делать непосредственно. Принимать решение зависит только от тебя. Поехать или не поехать. На этом все. Гайд закончен. Спасибо за просмотр. Ну, пиши, как ты ее отыгрываешь, получается ли у тебя отыгрывать. Может быть, тут есть где-то еще какие-то ключевые точки, где можно встать. Но, в принципе, стоять можно где угодно, лишь бы контролировать какие-то дороги, да, объездные. Любое здание, это будет твоя, как бы, защита. Можно вообще к этим буграм подъехать, контролировать. Можно вот тут где-то встать и контролировать, да, что с той, что с этой стороны, тут без разницы. Главное где-то поджать. Но так как противник ездит всегда по одному и тому же, в принципе, шаблону, да, и мы также, в принципе, там в двух словах ездим, то какие-то нестандартные решения и разъезды могут застать как и тебя врасплох, так и их можешь застать. Если он тебя где-то здесь ждет,
то ты можешь где-то возле домов вот так вот поехать, как-то вот так вот выехать, тут где-то вот свернуть, где-то там вот так вот выехать, как-то вот тут проехать случайно, вот тут между двумя буграми заехать, он тут стоит, он тебя здесь ждет, а ты его, ты потратил там минуту, вот так вот выехал, а он тут стоит, а ты его сзади шьешь. Можно и так делать, ну я же не говорю, ну как ты узнаешь, стоит он тут или нет, да? Поэтому все примерно ездят шаблонами. На этом все. Спасибо. Все свободны.